Ну. Вечерняя кашка. Мне кажется, один это лучше всего едят, да? Угу. 5 злаков. Мань, надо шустрее быть. Степке прям сразу глаза. Ну, Степа! Маня, что я могу сделать? Иди фруктов пока поешь. Моя мышка, поешь манго. Глаза такие становятся соловьевые, соловьевые. Насыщаются. Сейчас спать пойду, да, Мань? Все съешь. Пять злаков с фруктами. Ага. Тут и овсяная кашка и фрукты. О, надо Тимошку пойти тоже. Тоже любит. А позакручиваю вот ему. Что? Ну, эту СССР. Скрути, а то мне одной рукой неудобно. Им надо Тимошку тоже кашу сейчас, что он так одним мясом сытный. Манечка, Маня, подожди, подожди, подожди. Сейчас вцепится в нее. Угу. Так посмотрел на нее. Скажи, предупреждаю. А она его все равно, смотри, так и рукой. Ага, ага. Последний раз предупреждаю. Она вот освобождает манго выплевывать для каши. Мальчика, ты же знаешь. Вон, еще один. Ждет вечернюю кашу. Ну, это только надо, чтобы он наелся. Вадя, Вадя, не провоцируй, не провоцируй. Пусть он наестся, не давай ей пока. Так. Вот смельчок. Все, уже все. Ваня, так аккуратненько. Язычком. Не так, как Степка. Нет, ну Степка самое удобное ест. Ну это да. Он себя втягивает, и у него ничего не капает. О, у Мани, по-моему, тоже чуть-чуть получилось. Маня, давай. Маня, Маня, Маня капает. Молодец. Маня сейчас... О, ты видишь, начинает получаться у нее. Угу. Не дави, не дави. Пусть пытается вытянуть. Пошли этого. Сейчас. Ну, подожди, Маня еще не наела. Селся. Каша наедятся. Фруктами полила. Ну, да. Маня, Маня, капает уже все, если ты наелась. Так, все. Свинячить начинаешь. Ой, 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 ой. Тише, Тимош. Ну, давай, давай. Нет, ему сверх. Мышка. Тоже хочешь? Ох, пойдешь. Так, ляп. Вот они все на кашу подсели, понимаешь? Ты сильно не дави, потому что
Не успевает. Он успевает. Не-не-не, вон там все капает. Ничего. И все с той стороны по этой. Никто без каши не хочет оставаться. Сейчас сколько уже? Часов 6? Так, все, уже наелся, свинячит. Так, давай. Все. Спи, моя радость, усни, да? А ва там Варю учит разговаривать. Варя, 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 Варя. Как им хорошо в этом гамачке. Побольше уже, чем тут. Маня там хрюки-хрюки. Что-то жует, даже во сне жует. Но мне так все нравится, как он ее нежно обнимает. Я надеюсь, что когда у них будет прайд, и будут другие самки в его прайде, что он все равно будет Маню выделять. Может, даже не как мать своих детей, а как подругу просто. Неизвестно абсолютно, насколько будет полноценно. Маня, да, сможет ли она родить в свое время малышей. Но для нас это не имеет никакого значения, лишь бы ее не обижали в стае. Но мне кажется, что Степка будет ее как вожак защищать обязательно. Да. Да, это, скажи, хлопот на три гамадрила и еще куча всех. Но мы очень рады, что вот появилась Маня. Насколько Степе легче. И главное, что Мане вот в первую очередь, конечно, помог Степка. Ну и Люсина заслуга очень большая. И сейчас мне нравится, как Люся к Мане относится. Вообще, так она прям нежно к ней. Да. Все, отдыхайте.